Очередную постановку представила актерская школа «Жан Талас», школа-гимназия номер 78. На этот раз молодые артисты вышли к зрителям с премьеры спектакля «Бейуак Дуана Рамазана». Подробности далее. Спектакль «Бейуак» затрагивает семейные и бытовые проблемы, рассказывает о том, как домашние ссоры влияют на детей. Юные актеры смогли передать всю атмосферу произведения писателя, несмотря на то, что играли взрослых персонажей. Я сыграл одного из главных героев спектакля, а именно Даулбая Боранбаева, отца детей. Мой герой – ученый, который уделяет слишком много времени работе. Из-за этого его личная жизнь начала рушиться. Я долгое время изучал первоисточник, анализировал мотивацию Даулбая, дополнил его образ качествами моего отца. В конце концов, герой находит баланс между работой и личной жизнью. Считаю, что это очень важно – не потерять семью в погоне за карьерой. По словам художественного руководителя, нужно было немного изменить спектакль, чтобы ученики и родители могли посмотреть его вместе. Однако основная тема, поднятая в драме, представлена такой, какая она есть. Деньги, которые мы собрали со спектакля, мы отправляем в благотворительный фонд. Главным организатором мероприятия является руководитель отдела образования города Меткуль Косымбаева. Что касается самого спектакля, мы немного его изменили, чтобы современные зрители смогли понять всю суть изначального произведения писателя Думана Рамазана. Школа актерского мастерства «Жан Талас» создана в 2021 году. На сегодня у нее насчитывается 20 учеников. Шасан Жалбаков, Азамат Сауханов, телеканал Актобе.